Всем привет, с вами канал Технообзор. На днях я захотел обновить свой рабочий стол, совсем чуть-чуть, а конкретно поменять свою клавиатуру. Спустя год или около того, некоторые клавиши начали залипать, да и в целом она мне малость поднадоела. Я хотел найти что-то для себя бюджетное, и за этим бюджетным я полез на AliExpress. Для себя я выделил 7 вариантов, которые я бы хотел приобрести, и решил поделиться ими с вами. Ссылки на все клавиатуры этого рейтинга я оставлю в описании. Поставь лайк, а также подпишись, ну и приятного просмотра. Откроет рейтинг AK33. Клавиатура продается в единственном и весьма компактном форм-факторе на 87 клавиш, а ее габариты 75% от полноразмерной клавы. Отмечает, что она довольно легкая, всего 600 грамм, и по своим свойствам отлично подходит людям, которым нужно часто переезжать и возить клавиатуру с собой. Съемный кабель, длина которого 1,8 метра, и возможность подключения по Bluetooth стандарта 4.0 сопутствуют таким целям. Для таких задач мне клавиатура особо не нужна, поэтому мне она не очень подходит. Но кто искал такую, то пожалуйста. Сильно на ее автономность надеяться не стоит, ибо аккум в клавиатуре 2300 мА, который не продержится больше 8 часов, а зарядка займет больше 3. Но с учетом того, что клавиатуру во время зарядки можно спокойно использовать просто по проводу, то ничего страшного в столь долгой зарядке нету. Эта модель может похвастаться приятным комплектом поставки, в который входит сама клавиатура, кабель, инструкция, кисточки для чистки и пуллер для вынимания кнопок. Сама клавиатура будет упакована весьма добротно. Внешний вид клавиатуры не выдает ее происхождение, что явно играет ей на руку. Она весьма стильная и качественная. На обратной стороне клавиатуры есть глянцевая панель, которую защитили пленкой, которая в свою очередь будет препятствовать царапинам. Само собой, клавиатура обладает подсветкой, которая богата своими функциями. Она может светить как разными цветами при разных уровнях яркости, так и в режиме дыхания, а также у нее присутствует плавный режим затухания подсветки. Если вы любитель, чтобы клавиатура светилась ярче и разнообразней новогодней елки, то этот экземпляр именно для вас. Сама клавиатура, кстати, представлена в двух цветах, это белый и черный. А теперь предлагаю вам насладиться ее звучанием. Сама по себе клавиатура небольшая и довольно легкая, всего 700 грамм. Доступна как с синими, так и с красными свечами. Выглядит клавиатура очень красиво, даже ретро-футуристично, в некотором роде. Сам контур корпуса клавиатуры утоплен в прозрачный пластик, что при включении подсветки позволяет клавиатуре освещать все вокруг себя. Выполнена эта модель добротно. Провод хоть и не съемный, но мягкий и выглядит достойно. Все ножки прорезинены, и я думаю, что можно быть уверенным, что никакого скольжения не будет. Также клавиатура может похвастаться надежностью и долговечностью. Это я вам точно говорю, ведь даблкейкабы очень в этом спасают, а именно такими и обладает эта клавиатура. Далее расскажу, что я узнал о подсветке. У нее она, кстати, RGB, огромное количество режимов, подсветка отдельных клавиш, дыхание, пульсации и так далее, все, что есть в обычных игровых клавиатурах. Но также присутствуют пресеты, которые вы сможете подстроить под себя. Всего их доступно 5 штук, чего должно быть вполне достаточно. Если надоест, вы сможете вернуть их к дефолтным значениям, сочетанием клавиш, function плюс escape. Скорость анимации и яркость на самом клавиатуре можно также отрегулировать, и не просто в общем плане изменить яркость всей клавиатуры, а отдельно регулировать подсветку клавиш, а также боковой подсветки. Из минусов можно сказать про отсутствие русской раскладки. Также плохо отзывается про то, что провод несъемный, и мне также кажется, что было бы очень здесь кстати. Эта клавиатура укомплектована по полной, и наименуется она как SK61. Она приходит с двумя пуллерами, отдельный для свечей и отдельный для кнопок. Также комплект поставки может порадовать приятным кабелем в тканевой оплетке. Клава очень компактная, я бы мог тут остановиться и выбрать ее как своего фаворита. Но и далее в рейтинге вы увидите не менее интересные варианты. Из-за своей компактности эта клавиатура выглядит очень стильно, как в сером, так и в белом окрасе. Это клава закрытого типа. В угоду компактности пришлось
пришлось, конечно, пожертвовать некоторыми клавишами. Некоторые удалили, а некоторые совместили с цифровым рядом. Поэтому все F-ки теперь размещены на цифрах. И срабатывать будет при еще одной специально зажатой клавише. Шифты длинные, Enter маус сплющили и сделали одноуровневым. Из-за подобных решений данная клавиатура подойдет далеко не всем. В данном устройстве используются весьма качественные переключатели от Getron, которые можно заменить только на аналоговые. Сама клавиатура, как про нее отзываются, выполнена весьма качественно и из добротного пластика, который не протирается. Снизу клавиатура прорезинена, но выделю отсутствие раскладных ножек. Кому как, но лично мне это не доставляет дискомфорта, я уже привык и без них пользоваться своей клавиатурой, и за несколько лет использования я открывал их максимум 3-4 раза. В любом случае, эта клавиатура и так немного приподнята. Что еще выделяют, так это софт, который весьма функциональный и с хорошим интерфейсом, где вы сможете настроить подсветку под свой вкус. Клавиатура получилась весьма стильная, функциональная, компактная и, самое главное, качественная, с хорошими механизмами и сборкой. Ну и саунд-тест. Следующая клавиатура будет еще меньше. RK61 имеет форм-фактор в 60%, что означает, что в ней всего 61 кнопка, но весит она ни много ни мало 1 кг. Внушительно, я бы сказал, для своего размера. Примечательно, она не только своими габаритами, но и тем, что она способна работать и без провода, который тут USB Type-C. Между прочим, подсветку тут установили RGB, а на выбор предоставлено целых 20 режимов подсветки. Касательно нее, данная клавиатура весьма схожа с MotoSpeed K87. Только тут немного больше уникальных режимов, наподобие затухания после нажатия. Откидных ножек в клавиатуре также нет, как и в прошлой, но сама клавиатура немного приподнятая, так же как и прошлая, что служит заменой ножкам. Кстати, Bluetooth модуль тут весьма достойный. Клавиатуру можно подключать хоть к телевизору, имею в виду то, что у него большой радиус связи, около 10, а то и более метров. По поводу расцветок, то доступна клавиатура в черном и белом цвете, а также в комплектации с синими или красными свечами. Стоит отметить, что миниатюрность данной клавиатуры не во всем сыграла ей на руку, ведь некоторые клавиши придется прожимать в сочетании с другими кнопками. Советую задуматься, подойдет ли она вам с учетом данного нюанса. Мне такие клавы лично в кайф, пусть я даже пальцы буду ломать, чтобы что-то на ней сделать, но при условии того, что она будет выглядеть у меня красиво на столе и не будет мешать движению мыши. И, как обычно, послушаем, как звучит эта малютка. Комплектация у данного товара довольно скромная по сравнению с другими. Она включает саму клавиатуру, модульный USB Type-C кабель и небольшую инструкцию. Внешне клавиатура небольшая и выглядит довольно-таки приятно. Выполнено изделие в стиле скелетон, что означает, что эта клавиатура открытого типа. Ну, короче, почти что как у меня. Корпус этой клавиатуры прозрачный, со сглаженными углами. Он состоит из трех листов, суммарная толщина которых 5 мм. Скреплены они по периметру винтами. Сделаны листы из акрила, металлическая пластина отсутствует. Отсутствуют все клавиши, вмонтированы в верхний лист, который сделан из того же материала, что придает более тихий звук работы клавиатуры. Комплектует эту модель классическими линейными переключателями Getron. Они уже давно известны своей надежностью, у них большой запас ресурсов 50 миллионов нажатий, а сила нажатия составляет 45 грамм. Череподобные стабилизаторы достаточно хорошо, но, к сожалению, плохо смазаны, из-за чего немного шумят, как отзываются большинство пользователей. Хоть я и могу ссылаться на брак в очень большом количестве, судя по отзывам. Ну ладно, упустим. Кейкапы сделаны с обычного весьма приятного пластика, с хорошим шрифтом. Форм-фактор весьма необычный, 65%, в ней отсутствует ряд F-клавиш, но сохранены стрелочки и блок кнопок над стрелочками, где есть Delete и Insert, Page Up, Down и так далее здесь нету. И выглядит такое решение, ну как по мне, такое себе. Раскладка, кстати, весьма необычная, Enter одноуровневый, длинный левый и короткий правый шрифт. Гнездо для подключения находится в правом верхнем углу клавиатуры. Снизу расположены хорошо прорезиненные ножки, которые гарантируют устойчивость клавы. Главной же особенностью модели является ее подсветка, которая сделана весьма и весьма хорошо. Снизу по периметру на печатной плате шагом на 1 см расположены RGB светодиоды, которые обеспечивают яркое и равномерное свечение. Верхняя подсветка клавиш организована аналогично, что первая, что вторая настраиваются отдельно, что также придает клавиатуре особенность. Сделать это можно при помощи клавиш Function и правого или левого
символа Ctrl, а Function плюс пробел поменяет подсветку с разноцветной на белую и обратно. Всего доступно 3 уровня яркости, которые можно изменить, нажимая также специальную комбинацию клавиш. А звук, который издает клавиатура, в общем, не хочу его очень как-то хвалить, решайте и послушайте сами. Устройство Anne Pro 2 получилось удобным и комфортным в работе, как отзывается про нее большинство пользователей в отзывах. Я думаю, что во многом это обеспечено продуманным дизайном и современным оснащением. Для данной модели разработчики предусмотрели два варианта работ. Первый является беспроводным, то есть клавиатура подключается к внешнему устройству посредством Bluetooth 4.0, а второй способ является стандартным и привычным для большинства пользователей – использование порта USB-C. Для этого в комплекте разработчики предусмотрели соответствующий кабель, приобретая отдельно ничего не надо, на всякий случай уточнил. Внешнее оформление клавиатуры заслуживает особого внимания. Это не просто современный девайс, но и абсолютно уникальный. Дизайнеры совместно с инженерами компании воплотили в данном случае несколько новаторских решений. Первое, что хочется отметить, это полностью металлический корпус. Большинство аналогичных устройств изготавливают из пластика, например, как все остальные клавиатуры этого рейтинга. Но в данном случае разработчики стремились создать надежную и прочную модель. Надо сказать, что им это удалось на все 100%. Клавиатура оставляет только положительные впечатления в плане своего внешнего вида. Лично мне она очень понравилась. Во-первых, это современное устройство, получившее стильный и оригинальный дизайн. А во-вторых, подходит как для геймеров, так и для тех, кто много работает в офисных программах. А то есть для печати клавиатура точно подойдет. И мало того, печатать на ней будет кайфово. Легкий и компактный модуль существенно экономит рабочее пространство, а также не создает особых проблем во время транспортирования. К явным преимуществам можно отнести такие моменты, как качественная сборка, программируемые клавиши, возможность запуска нескольких функций. Ну и давайте послушаем, как звучит эта клавиатура. В первую очередь хочется отметить весьма богатую комплектацию. В нее положили проволочный пуллер, наклейки, липучку для провода, чтобы его где-то пристроить, и два USB кабеля. Один с Type-C на Type-A и второй Type-C на Type-C. Внешний вид подойдет многим, строгий и одновременно стильный дизайн. Корпус из матового пластика, который не пачкается. И стоит отметить, что по строению это не скелетон, ибо бока у клавиатуры находятся чуть выше, чем пластина, в которую вмонтированы свечи. А сверху мы можем увидеть пластиковый кофр, который закрывает пространство между кейкапами. Форм-фактор у данной модели TKL, что подразумевает отсутствие цифрового блока. То есть она не ультрамаленькая, самая обычная клавиатура, просто без нампада. Вес этой модели 930 грамм, что в совокупности с прорезиненными ножками, как пишут покупатели, они хорошие в плане того, что не скользят по столу. Над стрелочками при помощи светодиодов можно увидеть статус работы функциональных клавиш. Кейкапы выполнены из качественного пластика по технологии двойного литья. Касательно переключателей тут стоят Cherry MX свечи, в которых отсутствуют любые лишние шумы. Хорошие Cherry стабилизаторы отлично смазаны прямо с завода. Клавиатуру можно присоединить также к телефону, что дополняет ее функционал. Как в итог можно сказать, что данная клавиатура прослужит вам верой и правдой, а при минимальном моддинге ее можно будет довести до идеала. Сейчас послушаем звук, а далее я расскажу, какую бы клавиатуру выбрал для себя. Итак, что я могу сказать в итог? Для себя я искал компактную клавиатуру, мне больше всего нравится такой форм-фактор, и для себя, скорее всего, я выберу RK61, ибо 60% клавиатуры – это то, что я бы хотел очень сильно попробовать. Да и как для замены моей нынешней, она точно подойдет. Если бы вы хотели обзор конкретно на эту клавиатуру, то пиши об этом в комментарии. Также пиши, какую бы клавиатуру ты бы добавил в этот рейтинг. Ну а ссылки на все клавиатуры этого рейтинга ты найдешь в описании. Ну а с вами был канал Технообзор, всем пока и до следующего обзора.